Всем привет, дорогие друзья! Это Сова, и у нас опять Otherside. В прошлой серии мы немножечко пережили немножечко дней. В этой серии пойдем добывать еще какие-нибудь воспоминания, чтобы потом классно сражаться с боссом. По-моему, мне сейчас факт покажут. Так, и пойдем мы... За 400 опыта можно пойти вот сюда на хард. А что там надо сделать? Уничтожить потерянную душу перед тем, как станет слишком поздно. Ну, не знаю даже. И, короче, будут черви. А как мне уничтожить душу перед тем, как станет слишком просто сложно? Так, а здесь что надо сделать? А, и здесь то же самое. А здесь победить всех крич. Так, ну, я хуй его знает, слушайте, ребят. Потому что, с одной стороны, конечно, заманчиво, с другой стороны, я еще не уверен. Так, ну, давайте пойдем, ладно, сходим. Причем здесь втроем еще надо идти. Ну, возможно, у нас сейчас будут большие проблемы. Ну, давайте возьмем золотой состав в таком случае. Потому что я хер знает, кем тут еще идти-то можно. Вот так вот пойдем. У нас киевицы почти на 6-й. Музус, мерси, киеви. Ну, если они не справятся, тогда уж хер его знает. Что такое, только как уничтожить душу перед тем, как не станет слишком сложно, или поздно, или что там еще не станет с ней. Сейчас узнаем. Так, синапс, ритуал. Так, уничтожь душу. Перед тем, как она уничтожит все в округе. А где душа? Червяков я вижу. Душу не... Где... А, вот душа. О. Ну и что мне с этим делать? То есть мне надо нападать на нее, получается, да? А слишком поздно, это как? Как мне понять, что слишком поздно? Блин, ну такое ощущение, что мне надо идти вперед. Суть по всему. Ты сюда дойдешь? Так, он сюда дойдет. Ну, ладно, Муз, если что, извини. Потому что я хрен узнаю, что еще делать. Так, а у нее атака есть у этой души, или это она просто? Что она может делать? Salvation. Убить всех дочерей на карте. Так, может быть отменена только если она умрет. Так, у него, короче, один единственный скилл — это Salvation. Да. Ну ладно. Вопрос просто, сколько времени это займет. Потому что я не знаю. Так, вот это вот червило... Блин, червяк, я еще даже не знаю, что червяк делает. Но нам такое ощущение, что надо прям жахаться вперед. Есть у меня такое подозрение. Нужно ли нам только жертвовать собой или не нужно? Вот это вот не ясно. Так, давайте стрельнем в червяка. Потому что чего бы нет. И, возможно, имеет смысл сделать вот так. Не хотелось бы, но, возможно, это смысл в этом есть. Так. А это что такое? Кто на меня что-то наколдовал? Так, на меня кто-то что-то наколдовал. Так, а если я прыгну сюда, например? Так, потом куда-нибудь сюда. Ну, я все... А, нет, подожди, я, кстати, могу успеть. 50... А, нет, 52 из 53, ни хрена не могу успеть. Ладно, вставай сюда. Все равно... А, нет, смогу, смотрите-ка, смогу успеть. Могу прям вот так вот сделать, только если он не убежит. А он, скорее всего, убежит. Так, давайте тогда Lightning Strike сделаем.
Так, жахнем его на 700, хуже от этого не будет. Так, ну и что будет теперь? Так, ну хорошо, вот он наколдовал Salvation. Так, он наколдовал Salvation, все остальные сделали. Так, и сколько будет он делать это? Так, эта срань убежала. Ну, я даже не знаю. Ну, не убить я их не могу, наверное. Тут еще и подкрепление будет, да, вдобавок ко всему? Или мне надо прям бежать и ему наваривать? Ну, я думаю, что прям добежать и наваривать я, скорее всего, все-таки не смогу. Да, очень жаль, конечно, что так получилось. Потому что могло быть и лучше. Так, ну и чего, а? Ладно, такую штуку пока не будут колдовать. Да, вот у нас один отворот-поворот сработал. Так, эта херня у нас начала колдовать что-то. Так, Мерси, ладно, давай слэш его. Нахер он нам не нужен такой дефектный? Так, нахер он нам такой дефектный не нужен? Мы можем сюда жахнуться, да? За 15 АП. Так, ладно, давайте жахнем свою тушку сюда за 15 АП. И вопрос, чем теперь можем сделать отсюда. Так, это у нас на 5 клеточек делает даш. Так, ну давайте тогда, наверное, жахнем сюда. Или не можем туда жахнуть. Блин, не можем. Так, а если подойдем, сможем? Как-то, наверное, видимо, надо быстро действовать и нагло. Иначе будет херня. Так, сюда я не добью. Сюда я не дойду. Так, тогда пойдем сюда, не знаю. Так, и явиться. Тебя будут сейчас... Маленькое, сука, очень ответственное поручение. Надо будет пострелять по вот этим. А может быть, мы каким-нибудь одним этим сделаем? И пуш, да, на разные квадратики. Можем же так сделать? Ну-ка. Бум! No mercy. Так, и осталось у нас в итоге два врага. Так, подходи сюда. Сейчас будет какая-то херня, да? Так, все, он делал рутер. Так, и за нами там гонится. Так, рутат, я, получается, не могу отойти, да? То есть, типа, если я отхожу, то получается херня. Но я отсюда все равно ничего особо сделать-то не смогу, правильно? Блин, киевицу жалко. Ее могут просто порвать на части за такие вещи. Так. Хорошо, беги прям сразу сюда. Я не знаю, что еще просто делать. Видимо, придется как-то так отбиваться. Так, а всего лишь 100 хп? В принципе, это не очень много. Так, эта херня убегает. На 8, но сделала минус броню. Так, отбиться я, так понимаю, от него не могу. То есть мне прям надо по-жесткому сюда идти и прям его херачить. Ну так, суть по всему. Так, сколько сюда будет идти? 58 АП. А если я прыгну? Так, у меня 90, да, осталось? 95. Ну надо просто слэшить. Я не думаю, что здесь есть какой-то секрет. Надо просто попробовать его зарезать, и все. Так, имбулет, если я сделаю, он сработает буквально после киевицы. Ну, давайте сделаем имбулет. Так. Он опять там какого-то говна на лопате наделал. Так, делал рутут. Так, я же не рутут, я не рутут. То есть я могу бежать.
Я не только могу, но и буду это делать. Так, эти ребята меня не догонят. Ну, значит, надо пострелять по этому говнюку. Я могу сделать несколько выстрелов. Я сделаю эти несколько выстрелов. Так, нужно ли мне отменять атаку за 10%? Так, я думаю, что не нужно. Мне так кажется. Не будем отменять атаку. Мы подождем. Мы на него настучим сейчас. Если нас не сильно порут на части. А я надеюсь, что нас не сильно порут на части. Так, да, 145 хп просто всего, это не очень много. Так, говнючины нас преследуют. Мус, ну давай, у тебя есть, в принципе, вариант закончить это. Все. Ну, более-менее, ладно. Без потерь, мне кажется, это вообще невозможно пройти. Let her flourish. Так, Кевиц получает левел ап. Ну-ка, пойдем, что там, посмотрим, что там у нас. Так, новых скиллов нам не дали. Так, а если бы я хотел, допустим, шут поменять на что-нибудь? Что тут есть еще? Оно у нас наносит 55 дополнительного урона, это нормально. Так. А почему воспоминание несовместимо? Оно, с кем оно совместимо? Как мне понять, с кем? Или это открывается на каком-то более высоком уровне, может быть, просто? Дополнительная атака наносит 73 урона. Так. Ну, в принципе, мы эти штуки можем вполне себе спокойно втыкать и вообще не париться. Все равно нам этими потом ребятами жертвовать, а все эти штуки мы все потом забудем. Давайте вот так вот сделаем. Так, кто у нас там еще? Клэр есть, да? Соусингер. Соусингер Клэр у нас и так с этими штуками. Так, Пруденс у нас... Че б тебе накидать такого? Я думаю, что мы вот так вот сделаем. Немножечко наших ребят прикроем. Так, а тебе дадим тогда 55. Один хрен их потом... Все у меня все равно потом отнимут. Так, теперь мы можем пойти куда попроще. В принципе, мне много опыта не нужно. Отдают примерно одинаково. Так что... Можно было бы, конечно, вообще все зачистить. Но призывать этих дочерей зачистить вообще все что угодно. Так, ладно, давай берем Блейдмастера. Берем Шелдбирера и берем... Кого только взять. Клэр Солсингера или Тру Солсингера. Давайте возьмем Тру Солсингера. Погнали. Farewell, daughters. I wonder if the child understood the collapsing world. Так, надо всех убить. Здесь у нас анус, перчатка и стрелок. Так, пока только трое. А, нет, четверо. Так, ну и что с тобой делать? Просто по тебе пострелять? Ну давай, просто по тебе постреляем, а чё бы нет, собственно. Потому что мы сможем сходу тебя, в общем-то, отсюда вынести. Нахер ты нам такой дефектный нужен? Так, закончим этот ход. Ну, сюда, наверное, нападать бессмысленно. Так, беги сюда. Хотя он на всей территории нас может достать, если захочет. Поэтому смысл, может быть, и был бы. Так, ладно, беги сюда. До начала. Посмотрим, что они будут делать. Так, этот побежал, естественно, нахер. Сейчас будет тут колдовать. Так, кусок ануса побежал за ним.
Еще брони на колдовану стрелка. Так, Пруденс. Пруденс. Что бы с тобой сделать-то, Пруденс? Пруденс, ты у нас не добежишь никуда. Если ты только побежишь атаковать сюда и танковать. Ну, в принципе, мы можем тобой пожертвовать, если что. Поэтому просто беги туда сразу. А вот ты не беги. Так, тобой надо будет сейчас... За 15 АП мы можем делать вот такую вот историю. Так, потом дойти сюда и делать слэш. По идее, он его и пробьет через эту. Без проблем, да. Ну, дальше как бы мы не можем делать ничего. Хотя мы можем добежать сюда. Я думаю, что мы добежим. Потому что эта креветка, если она начнет атаковать, это будет вообще пиздец. 48 АП и два раза мы можем выстрелить. Ну, давайте. Было бы чуть побольше урона, мы бы его убили. Ни хрена. Еще и выстрелил. Кого-то рутнул. Тару. А ты не херел только стрелять, друг? Ладно, в принципе, это корм, конечно, но все равно жалко. Так, лунжем его. На него еще и наложили всякого говна. У него 300 брони. Так, а если его слэмить? Слэмить его, в принципе, можно, но это немного что дает. Ну ладно, давай еще разок сломанем его. Да, и вообще опасно бить, я хочу сказать. Так, ну и что, убить этого или похер? Вообще, конечно, убить его надо бы. Потому что у этого броня... Так, давайте вот так сделаем. Я думаю, что убить его придется. Так, убить его придется, и придется теперь отбежать, потому что там еще срань всякая приходит. А, ну это не страшная срань. Теперь Тру. Тру не может никуда ходить. Насколько я понял эту скилл, если мы куда-нибудь пойдем, нам пиздец. Поэтому нам единственное, что в принципе... А прыгнуть я могу. Ну что, рискнуть посмотреть? Или ну и нахер такие риски. Давайте сделаем ну и нахер такие риски. Так, ну вот теперь я могу вполне себе спокойно ходить, и вот так нормально получится. Так, мне бы... Мне нужно 75. То есть мне бы как-то так сделать, чтобы я по ним еще пострелять успел. Но отсюда я, наверное, не добью. Да. Даже не наверное, а точно. Так, ладно, давайте засобачим хотя бы двоих. Засобачим хотя бы двоих, все будет веселее. Так, да, вот этого мы просто блокируем из контратаки сносим. Остается у нас червь. Нихуя! А червь еще и так может делать? Неплохо. Так, и червяк-то гораздо опаснее, чем я думал. Так, и мы еще и руту добавим ко всему. И у нас еще и пистолетчик пришел. Слушайте, это прикольно получилось. Вот на такое я не был готов к такому повороту событий. Но надеюсь, придется по-любому жертвовать. Ух, нихуя! Подожди, я вообще никакого экшена не могу делать, что ли? Пиздец.
Так, этот стики армор, это вообще жопа. Короче, нас сейчас один червяк порубает всех, получается. Теперь-то я могу ходить? А броня у него, кстати, никуда не делась. Как у него стики армор был, так и остался. И я не могу вообще ничего... Ну-ка, а если я на себя вот такую штуку наколдую? По-моему, сейчас мы сдохнем здесь. Торжественно. Да, потому что я пробить-то его вообще не смогу. Так, то есть мне надо по-любому делать интерэпшн. И пытаться кого-то застрелить, наверное. Так, червяк открылся во всей красе. Так, а если я подойду за 7 АП, я смогу по нему выстрелить еще? Вопрос теперь, сможем ли мы разобраться вот с этим товарищем. Видимо, не сможем. Опять он себе там что-то наколдовал. То есть я опять не могу ни хрена делать. То есть если я что-то делаю, то мне пизда. А Тру у нас будет ходить аж через сход. После этого всего. То есть даже если я наколдую сейчас себе вот такую вот штуку, мне все равно жопа. То есть даже если я сделаю слэм, я все равно умру. А я в любом случае тогда умру. Мне что не делают, мне все равно конец. Если только я вот так как-то сделал, но он все равно пиздец. Да. Пиздец просто. Короче, нас убил один червяк в итоге. Червяк оказался гораздо сильнее, чем я предполагал изначально. Да, захотели немножко заработать, ни хрена не вышло. Ну, в принципе, не очень-то страшно, в общем и целом. Мы можем еще разочек туда сходить. Призвать себе еще трех девчонок и еще раз сходить, либо пойти на следующий день. Давайте пойдем на следующий день. Да, то, что я вот этих вот штучек не наполучал. А вот еще один вопрос, интересно. Мне же не возвращают, да? Или возвращают? То есть, если, грубо говоря, я сейчас сделаю... Вот такую вот перештучку. Я смогу активировать старые? Останутся ли активированы те, которые были? Видимо, не останутся. И на новые мне тогда, получается, не хватит. Что-то как-то все очень мрачно выходит-то. Так, у нас есть 4 персонажа. Ладно, давай посмотрим, что у нас... Что у нас здесь? Так, нам нужно 3 персонажа. Ритуал, хант, хант, хант. Дадут везде одинаково. Если я выполню все 4, можно получить сатенчик кристальчиков потом. Hunt all creatures. Ну, пойдем, ладно. Пойдем стандартным набором тогда. Ну, таким. Farewell, daughters. Спасибо, дорогой пришелец. Plague will bleed this city until we cut the cure from that cursed child. Так, 10 противников у нас. Так, кишочки и гусеничка. Гусенички у меня какие-то неприятные чувства, если честно. Да и к человеку кишочка мне тоже неприятная. Давайте мы его пойдем нарубим. Так, ладно, человек-кишочек у нас готов. Так, надо что-то делать вот с этой сранью. У него 47 брони пока что. А ты куда дойдешь? Ты особо никуда не дойдешь. Успеть ему носовать некоторое время. Так.
И на 4 клеточки. Вообще, конечно, на 4 клеточки пододвинуть его сюда было бы неплохо. А сколько я ему могу выстрелить? А, я могу ему настрелять нормально. Так, все хорошо. Значит, пока он на себя не наколдовал всякого говна, надо просто застрелить к свиням. Это самое лучшее, что можем с ним сделать. Так, насчет этого я не уверен. Лучше, наверное, сюда подойти. Кстати, можно было бы жахнуть. Да? Или нельзя? А, нельзя жахнуть. Ну, раз нельзя жахнуть, так, а куда ты можешь подойти, дружище? Ты можешь подойти сюда, да? А вы можете подойти вот сюда. Давайте-ка мы, наверное, на всякий случай вот так сделаем. Чтоб ребята немножечко подумали. Подходите им сюда. Ну, может, не надо им сюда подходить. Может быть, лучше в другом месте постоять. Так, ну ладно, они все равно подойдут и ударят. Может быть, не попадут? Так, Мус, ну и чем с тобой будем делать с этим? 5 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5. Отлететь-то она отлетит, конечно. Эти доходят чисто сюда. Ладно, давай тогда, знаешь, что сделаем? Не будем мы ебать мозга. Во-первых, вот этого зарубим. Этого зарубим, а потом, наверное, просто отойдем куда-нибудь сюда. Все равно они до нас дойдут в любом случае. Там и щитовику они, в принципе, не опасны. Эти ребята, ее можно вполне подставлять. Так, Мерси. Так, пойдем решим ряд вопросов. Так, ряд вопросов решили. Теперь, куда он дойдет? Иди сюда. Так, явиться у нас может кое-кого, в принципе, подстрелить. Так, кого мы тут сможем шарахнуть? Мы сможем шарахнуть по двум. Но если подойдем, то, в принципе, и по всем трем. Но вот этот вот тогда добежит. А если мы просто раскидаем их нахрен на части, по 300 урона нанеся... А, я не могу тогда жахнуть. Ну, по 300 урона маловато. Так. Так, вот у нас там следующий-то будет... Даже не эти будут следующие. Ладно, у них довольно много инициатив, давайте мы их прибьем. Ну их нахрен. Раз уж мы все равно до них достаем, потом... Лишний раз не будет повода тратить энергию. Так, Музиус у нас стоит здесь, и до него достает только этот. Мы отойдем. Так, Мерси, иди сюда и делай грязь. Молодец. По идее, ты его застрелишь. Да, даже почти с одного. No more false prophets. Так, готов, дружище. Так, готов такой у нас товарищ. Though the danger passes. Можешь прямо сейчас на босса напасть, не ждать. Не, наверное, опасно. Так, у нас один из четырех. То есть нам для того, чтобы что-то придумать, надо еще себе зажахать. Зажахать себе еще кого-нибудь. Так, а кто у нас есть, кстати? Так, давайте посмотрим в Innervoid'е. Я еще не ту кнопку нажал, добавил ко всему. Так. Эх, и нажал не ту кнопку, чем приблизился к боссу. То есть у нас остался один...
один файт в итоге до бодуса, и нам бы как-нибудь бы починиться еще неплохо было бы. Так, у нас, короче, есть 8-й Soul Singer. Этот Shield Bearer, вернее. Так, Soul Singer у нас есть. Так, а что тут у нас? Путь открылся. Одиночка с пушкой. Critical шанс увеличивает. Ну, это такое себе. Так. Вот это вот интересная штука. Давайте мы на нее что-нибудь навесим. На 5% увеличивает крит. Либо на 55. Давайте вот на 55. Мы тогда сможем навесить и неплохо еще всякого говна наделать на лопате. Так, хорошо, ладно, мерси. Ну, все покоцанные, блин. Все покоцанные. И что с этим делать, не знаю. Потому что до 8 уровня я никого не качну никогда в жизни сейчас. Так, а Клэр у нас, чего с ней? А если я на интерапт повешу какую-нибудь интересную штуку? Допустим, я хочу интераптить босса. Так. Цель на 15 шагов быстрее начинает работать. А нахрена мне это надо, интересно? Так, а больше я отсюда ничего не могу. То есть она срабатывает на 15 юнитов быстрее. Вопрос только нахрена. То есть, допустим... Нет, можно что-нибудь спровоцировать таким образом, через какой-нибудь скилл. Но все равно звучит это как-то сомнительно. Так, ладно, раз уж мы начали один хрен новый день, давайте посмотрим, что у нас тут есть из доступного. 25, 25, 25... 375, но вот эти штуки мне не сильно нужны на самом деле. Ну, опыт нужен. Так, здесь ритуал, да? Здесь надо... Да, здесь надо уничтожить потерянную душу. За 300 опыта, короче говоря. Ну, допустим. Что-то у нас еще есть. А за 250 опыта можно просто загнобить всех существ. Я думаю, что мы, наверное, так и поступим. Так, а с кем нам тут придется иметь дело? Терапист и скревенджер. Ну, это вообще прекрасно. Вот я думаю, что мы сюда пойдем. Не будем наших ребят подвергать большой опасности. А то как-то будет криво, если они вдруг сейчас все откинутся здесь. Не хотелось бы. Так, давайте вот таким вот составом пойдем. Это у нас состав, который потенциально будет воевать с боссом. Плюс еще кто-нибудь. Created by suffering. Так, здесь человек кишочка и три таких, и два таких. Угу. В принципе, в общем-то, нормально. Только дойти до него хрен дойдешь. Вопрос только, нужно ли, правда, к нему идти. Прям сейчас. Киевица может кого-нибудь подстрелить из них. Вполне. Вот этот вот опасный. Его бы, конечно, убить. Остальные-то нахрен. В принципе, на остальных мы можем забайтиться. Но если киевица... Только при условии, что киевица его прибьет. А если киевица его не прибьет... У нас на два удара всего. Ну, только если не промахнется, прибьет. Так, нормально. Вообще молодец. Просто супер все сделала. Так, Мерси идет сюда. Так, кто-нибудь из них... Так, кто-нибудь из них... А мы добежим туда, нет? Не добежим. Можно, в принципе, туда жахнуться, но я хочу, чтобы он атаку зарядил. То есть провоцировать его на зарядку атаки. Так, давайте вот так вот сделаем. Главное, чтобы он зарядил атаку, а не стал стрелять сразу.
Но он вообще ничего не стал делать. Типа хочет сэкономить. Так, ладно, Мерси до него добежит. Добежит, доберется. Главное ей не мешать. Так, чтоб ей не мешать, мы, наверное, пойдем и залунжим вот этих вот пацанов. Exquisite. I revel in her strength. Так, Мерси, а ты же можешь туда просто прыгнуть? Бах! How foolish my fears. Так, готов. Но этот пойдет довольно быстро. А хотя я могу его зарезать через две клетки, нормально. Все. У нас хватает АПшечки на все. Так, сейчас кто-то воскреснет. Ой, блин. Не, ну, блин, три таких вообще не страшно. Это просто тир интерактивный сейчас будет. Так, это просто фланговые атаки. А здесь кто вылезет? А здесь вылезет, здесь уже похуже. Так, вот отсюда, наверное, отойти надо тебе будет. Так, Мус. Че, пойдешь, примешь на себя всю тяжесть? Так, ладно. Колдун брони. Хорошо. Этот вылез. И человек кишочка вылез. И сразу начал колдовать. Так. Я думаю, что мы, наверное, прыгнем сюда, да? А мы здесь пройдем, кстати? Блин, я здесь не пройду. А, не, я пройду. Я могу телепортироваться сюда. Тем лучше. Так. Надо этого сразу зарубить, так что меня будет раздражать потом. Угу, до этого не дотянемся. Жаль. Так, Мус просто... А, нет, не просто. Иди сюда и жахни по нему. Так, жахнули по нему с лунжа. Так, идем сюда. Ждем. Ну, раз так удачно подошел, вынимай. Я говорю, вынимай. Так. Да, можешь колдовать сколько хочешь. Так, Мерси. Memories once locked away from us. Так, ладно, ну получали немножко, ну получали немножко левелапов. Так, что-то у нас еще. Ну, ничего у нас интересного нет, кроме дополнительных возможных мемлисов. Так, еще один путь у нас. Как понять, что конкретно она может использовать? Так, ну давайте посмотрим. А, вот мастер она может теперь использовать. Так, снижает броню на 60. Ну, кстати, снижает броню на 60, это прикольно. Правда, будет меньше урона. Но зато всяких бронированных мудаков за 3-то выстрела. Это нормальная история, наверное. А вот это вот увеличивает урон от скилла на 100. Нет, я, наверное, хочу урон от скилла на 100. На выстрел. Так, а вот Клэр, наверное, мы дадим... Снижение брони на 60. Так вот сделаем. Так, музу мы тогда можем дать. Так, на лунж. Что можем дать на лунж? Здесь было 50 урона. Ну, скорость передвижения нам не нужно. На 60% нам ничего не надо. Ну, это такое себе. По крайней мере, я пока не понял, зачем это нужно. Critical шанс, ну, тоже такое себе. Так, и Мерси что может... Это, видимо, нужен путь такой, да? Типа, если у меня есть такой путь, тогда я могу сделать такие штуки. Если я правильно понимаю. Но, может быть, и нет. Ну, Movement Range мне
снижать никому не надо. По крайней мере, я не знаю, зачем мне это может пригодиться. Так, для того, чтобы воевать дальше, мне нужен один... Give life to our daughters. Ну, пусть будет Белль, неважно. Так, мне нужен один мечник. Please, guide her well. Так, мне нужен один мечник, и мне нужен один щитовик. Give life to our daughters. Это если я хочу еще повоевать. Так, на мечника мы тогда берем... Да, вот такое вот нападение. На щитовика мы берем... Ну, не знаю, баш, наверное. Хотя автомат прокачка... Нет, давайте баш возьмем. Так, тогда мы можем напасть еще на какой-нибудь синапс. В принципе, на любой абсолютный синапс мы можем здесь напасть. Потому что эти штуки нам не нужны, мне их много. Мне нужны опыты, в принципе, издают примерно одинаковые, мне не надо. Только исключительно за кристальчики. Ну и плюс Клэр прокачать. Давайте, надеюсь, нас там не поимеют. Farewell, daughters. Beg for forgiveness. A broken street pales before a broken soul. Так, ну и что тут у нас? Бля, неудобно получилось. Опять эта креветка саная. Блядство. Вот это вот прям вообще печаль. Я боюсь, что мы сейчас можем потерять Клэр. А она мне нужна. Я и дальше воевать планировал. Из-за вот этой вот срани. Либо к нему не подходить вообще и просто через Клэр пробивать. Давайте так попробуем. Я к нему не хочу идти. Ну, да, Клэр у нас... Она снижает броню, конечно. Но урон она стала наносить заметно меньше. Поэтому, наверное, может быть, это и не лучшая штука. Так, ну и что, пойти его жахнуть? И убежать? Или вот поэтому пойти жахнуть? Блин, она, в принципе, вот эта штука, она дохлая. Ее убить нехрен срать. И Белль, в принципе, мы можем подставить под это дело. Блин, опять не достает, что ли? Давайте мы попробуем убить эту сранину до того, как она успеет нанести нам достаточный ущерб. Потому что мы уже с ней имели дело, мне не понравилось. Так. А вот щитовиком можно добить вот этого тогда. Так. Давайте пока так попробуем. Сейчас он начнет колдовать дерьмо. Блин, он его еще подлечил. Так, этот локер сделал. Этот нехерово ударил по Белль. Когда я говорил, что мы можем ей пожертвовать, я имел в виду не это. Блин, к червяку вообще подходить нельзя, получается. Червяк пиздец какой опасный. Мотать они его вылечили. При этом брони у него не прибавилось, но вылечили его знатно. Так, короче, такие вещи... Сколько... Все всякий раз, когда я пытаюсь какими-нибудь нашими дополнительными ребятами что-то придумать, получается какая-то херня. Может пойти по этому настрелять? Но я его, скорее всего, не убью. 35, мне хватит на 3 выстрела. Ну, давайте попробуем. Ну, интерап надо по-любому будет делать. Интерап надо будет делать по-любому. Ну и надеяться на то, что нас не сильно покоцают. Так, Белль. Ну, тут, конечно, вопрос, Белль. Что мы будем делать с этим? Ладно, давай пока просто сделаем слэш.
Давай тогда сделаем вот так. Так, потом у нас будет стрелять вот этот вот говнюк. Так, добежать я не смогу. Добежать я не смогу. Если он захочет убить Бель, он ее убьет. Так, ну он Филисти решил пострелять. Что, безусловно, очень хорошо. Блин, ну я надеюсь, что Бель выживет. Ее тогда хотя бы скормить можно будет. Так, ну и что с тобой делать? Ну, тебя надо лунжить, конечно, чтобы ты не выжил. Потому что если ты выживешь, будет жопа просто тотальная. Так, это у нас отлетит туда, где он нам, в принципе, не нужен. Ну, тоже надо лунжить, наверное. А сколько у меня? 32? Ну да, ладно, одного залунжим. Все будет получше. Блин, Клэрл, конечно, дохловато. Клэр, конечно, дохловато. Кем-то ее лечить? Так, можно отсюда убежать. 400 УЕ урона нанесет. Брони у него ни хрена нет. Можно так просто сделать. Бум. Так, где-то останется сейчас две цели. Это гвард и пушкарь. Так, а где будет пушкарь? Да и гвард будет там же. Угу. Гвард будет там же, где и пушкарь. Па-па-па-па-па-па-па. Ну и что делать? Добежать сюда куда-нибудь? В принципе, по идее, Клэр того и другого может застрелить нахрен. Так, Белли, вот тебя я бы куда-нибудь, я даже не знаю, куда-нибудь я бы тебя запихнул в жопу, чтобы тебя не убило. Но без тебя я боюсь, что у нас будет хреновато справляться. Ну, надо нападать. Я хотел ее спасти, но придется нападать. Так, давай подойдем сюда и делаем, наверное, Lightning Strike вот сюда. Или вот сюда. How foolish my fears. А если я буду делать вот так, то через сколько он сработает? Так, он сработает, кстати, довольно рано. То есть, в принципе, бля. А сколько будет стоить сюда подойти? Да, делаем прям, им будет блейд сюда. Так, ну Филисти... Я надеюсь, он его убьет, по идее, должен. Если не убьет, то могут быть проблемы. Хотя нет, Клэр, да, надо дострелить еще. Так, иди сюда. Бух! Не убьет. Так, Клэр, ну тогда тебе надо будет что-то с этим делать. Так, ладно. Memories once locked away from us. Так, Клер, Клер. Белли у нас практически дохлая. Да, и пятый уровень им ни хрена не дали. Пятый уровень им ни хрена не дали. Вопрос тогда, о чем будем делать следующим днем с этим совсем. Белли у нас четвертая, подлечить она только сможет другого четвертого. Короче, я так предчувствую, что битва с боссом у нас опять не задастся. Мы можем восстановить еще троих, в принципе. В принципе, можем восстановить еще троих и провести еще один бой. Еще за 25 кристальчиков. Или пойти на следующий день. Хочу попробовать босса на зубок еще разок. Так, здесь у нас ток-босс. Ну, раз у нас здесь ток-босс, и у нас в любом случае ни хрена хорошего не будет. Так, у нас есть куча покоцанных. Меня больше смущает, что, блин, Клэр, который я хотел взять,
У нее все не очень хорошо, но она пятый уровень. И у нее есть один путь. Если я возьму что-нибудь новое, то там никакого пути вообще не будет. Так, ладно, давайте мы сначала киевицу по полную. То есть не знаю, чем там зато будем. Она у нас прерывать будет атаку, допустим. Как и все остальные. Что мы можем сделать одновременно с этим? Короче, мы можем что-то делать с инициативой цели, и это типа неплохо. За счет этого. Нужно ли нам это, правда? То есть, типа, цель действует быстрее. Я только не понимаю, на кой хрен это надо. Так, увеличивает урон, увеличивает урон. Снижает movement range. Range. Так, и... Блин, ну не знаю. 15 units быстрее. Ну, допустим, возьмем такую штуку. Так. И на рейн, но это мы использовать не будем. Убегать вряд ли, мне кажется. Ну, допустим, возьмем такую же историю. Фиг с ней. Так, мус. Shield Bash. Чем мы тебе можем на Shield Bash повесить? Ну, в принципе, на Shield Bash можно... Да нет, ничего не надо навешать на Shield Bash, кроме как, наверное, шанс крита, либо, наоборот, урон. Урон давайте возьмем. Так, а если поменяться местами с противником, то вот сюда как раз, может быть, и передвижение и зайдет. Так, яйца у нас готова. Так. Клэр. Такое себе. Так, Мерси. Это у нас атака с прыжки. Шанс крита, короче. Либо инферно. Так, ладно, давайте сделаем вот так. Подлечить мы Клэр не можем никак. У нас нет возможности для того, чтобы ее подлечить. Вот этих мы тоже никуда не можем загнать для того, чтобы сделать все лучше. Ну, тогда пойдем побьемся с боссом. Че, хрен ли? Хрен ли тут? Не знаю, что еще можно сделать. Пойдем с боссом биться. Так, у нас пойдет, соответственно, Мерси. У нас пойдет киевица. И у нас пойдет... Не, ну Блейдмастера бессмысленно брать. У нас пойдет Клэр. Она снижает броню. Чувствую, я опять подсосу сейчас. This will not stand. You send me more lovelies to punish. I do not hold the key. If you truly repented, you would be free. Так, давайте еще разочек почитаем его скиллухи. Так, массовый, это он колдовал. 800 урона 4 раза подряд. Всем в радиусе 3 квадратов. Так. Ой. Ну вот это не предействует еще на весь этот самый... Так, Movement Rage 2200, Resistance Delay, так, ля-ля-ля, инициатива то 0, Domination. Если не можешь добраться ни до одной из дочерей, то делает всякую грязь. Ну, к нему надо, короче, очень быстро подбежать. Может быть, даже музу надо под него подставить. Типа, чтобы он мог до него добежать и успеть что-то сделать. Но он тогда довольно... много успеет нахреначить всякого говна. Либо не музу под него подставить, а кого-нибудь другого. То есть, например, подойти сюда, на себя поставить такой Saving Grace. Так, Клэр. Так, Клэр у нас пойдет, например, вот сюда. Блин, куда бы и пойти-то? Надо куда-то подойти поближе, прям, чтобы можно было стрелять хорошо. Так, Клэр пойдет сюда, например. Ну, кстати говоря, можем... Нет, не можем, чуть-чуть на него не достаем. Так, ладно, закончим этот ход.
Так, яйца у нас вообще никуда не достает. Так, она у нас самая дальняя, беги сюда. Пока не будем колдовать такую штуку. Так, и Мерси у нас... Блин, Мерси у нас тоже ни хрена до сюда не дотянется. Или дотянется, если я прыгну. Ну-ка, если я прыгну, дотянется? Так, если я прыгну, дотянется. Я хочу попробовать забатить на Мерси, потом поменяться Музусом и на этом инициировать атаку. Если получится, конечно. Потому что вот он может дотянуться. Сейчас он, да, по идее, должен... Хоп! И мы такие, хоп, и в ебальник ему. Так, теперь он колдует грязь. Бля, и грязь он наколдовал за один ход. Так, а я могу ему по инициативе реально откинуть нахрен куда-нибудь? Так, я хочу, чтобы это дружание... Чтобы это дружание на нас быстро не нападал. Так, вот сейчас мы его откинули чуточку подальше. Так, это хорошо, что мы его откинули чуточку подальше. Теперь можем ему подносовать, ну прям совсем чуть-чуть что-то. Так, дальше у нас будут ходить абсолютно все. И я не знаю, к чему это приведет. Так, ладно, пока это придет к тому, что мы закончим ход. Так, Клэр. Значит, он пойдет у нас раньше. Да? То есть, по-любому, нам надо жертвовать собой. Это 100%. И сбивать ему атаку. Дальше мы можем поснижать ему маленько брони. Так, у него осталось 240. У него осталось 180. Так, у него осталось 120 брони. Так, у него осталось 60 брони. Так, хорошо, эта фигня у нас работает. Так, теперь у нас идет Мерси. У нас должна прийти Мерси. Даже вот так вот она должна прийти. Из фланга. Нахерачить ему. Так, ну нахерачить ему мы только слышами можем. Так, 1400 слыша готов. Так, а что это он так сделал странно? Какого хера? Подожди. Ну ладно, мы все равно будем его бить. Бам. Так. И киевица у нас не успеет теперь пойти. Да. Ну и что? Убьет это нас? Клэр должна сбить ему одну из атак. И снизить еще броню. Дальше он побежит к киевице. Бля! Какая падла. Какая он оказался падла. Короче, взял основного, кто у нас мог что-то забахать, и просто снес. Вот это мразь, а. Да, у нас осталось 5 хп. Но тут мы вообще ничего не сделаем. Если только его куда-нибудь пододвинуть, например. А куда можем его пододвинуть? К музу пододвинуть. Пододвинуть его к музу. Пододвинуть его назад, туда же, где он стоял. Но пойдет все равно раньше. Он еще наколдовался всякого говна. Так, и он теперь стал быстрее. А почему он стал быстрее? Прекрасно, блин. Бля, она еще сработала быстрее. Пиздец. Пиздец. А че он такой быстрый тень? Бля, опять колдует. Почему этот мудак такой быстрый? Так, ладно, допустим, мы... Блин, короче, у нас осталось только Клэр.
Блин, надо было сильно подальше стоять, чтобы он дойти не мог. Ну, как говорится, кто же знал. Так, опять у него броня. Ну ладно. Ладно, сносим ему сколько брони сможем. Что тут, как бы без вариантов. И он сейчас пойдет ее убьет по-любому. Но он ходит очень далеко, пиздец он ходит вообще. Так, Мерси. Ну а что, тебе просто с фланга его бить на 1400, давай, так. И еще ему насуем сейчас. Так, он что-то себе там прокачал. И после Мерси пойдет сразу он. И опять наколдует какого-то говна себе на лопате. Так, а что же мы можем сделать-то? Ну, мы будем надеяться, то, что мы этот скилл ему собьем, и, скорее всего, будет так. Но потом он побежит куда угодно. Короче, мы только слышами можем его пинать, по факту. Так, остался у меня на последний слэш. Бах. Так, у него осталось 7000 здоровья. Он перешел во вторую фазу, и сейчас, короче, походу, будет пизда. Так, ладно, подсрезали ему эту штуку. Что он будет делать теперь? Да охереть просто. Просто охереть. Еще опять атакуют. А что я должен противопоставить вот этому? Не, ну ладно, двух саппортов я, пожалуй, мог противопоставить этому, но... Блять. Пиздец он ходит на всю карту. Просто на всю карту ходит. А если он не может сейчас до меня добежать, он сейчас начнет какое-то говно делать, да? Он еще и подошел. Короче, у него инициатива, мое почтение. Он просто всех изрубил кинжалом своим. В принципе, если бы он киевицу не вырубил... Почему он на нее пошел, вообще непонятно. Если бы он ее не вырубил, у нас бы был бы шанс. Но такого поведения, блин, я не мог предположить. Если только надо было меняться... Наверное, музусом надо было меняться. Если бы я поменялся, тогда можно было бы и пройти. Let так, ну и чего? Надо, короче, было меняться, да, щитовиком, чтобы он подставлялся абсолютно под все атаки и отменял их. Тогда все было хорошо. Короче, я неправильно сыграл. По факту я неправильно сыграл. Из-за этого придется еще раз все это делать. So we begin again. Так, а мне добавляют, похоже, да? Remember. Так, судя по всему, мне добавляют 725. Так, со всеми двумя воспоминаниями. Так, старт с одной, с одним очень мощным воспоминанием. Так, меньше на воспоминания, но это мне не нужно, в принципе. Так, генерать это тоже мне не нужно. Это мне не нужно. Витаю, у меня этого и так до хрена всего. Так, возьмем сначала всякое необходимое. Ресурект, ресурект. Опять двух я могу поднять. Мне бы трех поднять. Так, против 30 против каши, против культистов. Хорошо. Так, четвертого уровня. Skip an era. Что такое skip an era? Но, видимо, скип Энера — это скип вот этого первого босса. Я надеюсь. Я надеюсь, что это вот так вот работает. Так, ладно. Теперь у нас остается еще 225. Мы на это можем очень много чего скачать. Но вот эта фигня мне не нужна. А вот урон я хочу. Так, это даст нам еще больше урона по культистам. Ну и останется на 195. Так, который можно тогда вкачать во что-нибудь. Так, минус на эквип, плюс и плюс. Короче, вообще все взял. Короче, у меня вообще все есть. Так, из тех вещей, которые у меня здесь есть, есть вообще все. Хорошо, ладно.
He can hide behind his religion no longer. Так, у нас опять новое начало. Опять новое начало. Четвертый реколлекшн. Ладно, в следующей серии тогда с него и начнем. Двоих можем воскресить. Спасибо, ребят, за внимание. В следующей серии продолжим.